приветствует сервер Urbans. Введите имя пользователя. Введите пароль. Доступ разрешен. Четвертый. Юрий Берсенев. В Кёкушин много разных организаций. Шин, Кёкушинкай, Кёкушинкай, Кан, ИКО, РФК. В чем разница? В принципах, технике, политике, правилах соревнований. Слышал, в ИКО изменились правила, и их многие поддержали. Но есть и много противников. В общем, я запутался. Кёкушин един. Разница только в политике. Или все это все разные школы? Заранее спасибо за ответ. Отвечу очень просто. На самом деле. Все зависит не в стиле, которым мы занимаемся, а зависит, все зависит от людей. То есть каждый человек, который находится у руля, он пытается каким-то образом заработать себе кто славу, кто деньги, кто еще чего. Это понятно уже всем давным-давно. Но если брать настоящий Кёкушинкай, то он един. Когда-то Масуто Асаяма создал этот стиль, создал правила, которые работают и поныне. Я считаю, что изменение этих правил, изменение тренировочного процесса в стиле, ну, к примеру, как можно давать в стиле Кёкушинкай какие-то победы, если удар выполнен в бесконтакте. Ну, это полная ошибка. Есть бесконтактное карате, его очень много. Также различные направления, стили, виды, подвиды даже. И там действительно бесконтактное карате. Ну как можно в нашем стиле, в котором полный контакт, руки-ноги, голые руки, как можно давать в азаре или иные значения за то, что человек не попал или не довел удар? Я считаю, что это неверно. Опять же, с моей точки зрения. Считаю, что все-таки стиль, который работает, он должен быть настоящим стилем. И контактный стиль должен подразумевать контакт, но ни в коем случае не без контакта. Если человека высекли, и я обозначил удар медведь в азаре, я считаю, что это уже не Кёкушин, а ошибка. На самом деле, просто люди хотят организовать, возможно, свой стиль, но тогда не называйте его Кёкушинкай карате, потому что это совершенно другое. А принципы техника, если, допустим, вот вы, Юрий, занимаетесь настоящим карате, Кёкушинкай карате, то вы не должны менять ни свои принципы. Технику вы должны менять только в усовершенствовании своего стиля боя. Но если вы начинаете контактным стилем заниматься без контакта, я не считаю, что это правильно. Поэтому, если вы решили заниматься этим стилем, занимайтесь им, но помните, что он контактный. И если ваш учитель преподает именно это, значит, вы занимаетесь тем, что есть на самом деле. Я хочу, чтобы вы все подумали об этом. Наступит момент, когда вы дойдете до изнеможения, и вам захочется сдаться. Вопрос вот в чем. Сдадитесь ли?